У каждого из присутствующих свои проблемы и заботы. Пожаловались алматинцы на недобросовестную работу КСК, коммунальщиков, социальных служб. На приеме в основном пенсионеры. Надежда Щербакова пришла впервые решить вопрос сноса электрической станции во дворе дома. Алматинка 40-летним медицинским стажем считает подстанцию опасной для здоровья жильцов. Она излучает, излучает. Трава там не растет вокруг этой подстанции, деревья там скрючились. Вот, значит, большой электрический поток в наш двор, получается, не проветривается ничего. Это опасно, особенно молодому поколению, нашим детям. Депутаты и партийцы выслушали всех. Решать наболевшие для пожилых горожан вопросы будут соответствующие ведомства. Здесь функция, скорее, наверное, помощи гражданам встретиться, найти контакт с теми властными структурами, в которых у них есть проблемы. Руководители алматинского филиала партии заверили горожан, что будут контролировать каждую из озвученных проблем. Стоит отметить, что только за прошлый год в общественную приемную обратилось около 10 тысяч человек. Почти 6 тысячам из них была оказана не только юридическая, но и реальная помощь. Следующий прием граждан состоится ровно через месяц. Айыркермек, Азиз Кундакбаев, телеканал Алматы.